Прошу минуту внимания. Мы только что получили очень печальные новости от шерифа округа Эвергрин. Брайс Уокер был найден и признан мертвым. Я хочу найти человека, который убил моего сына. Мы обязательно изучим все варианты и выясним, что произошло. Это мог сделать кто-то, кого мы не знаем. Не может быть. Разве? Брайс Уокер причинил боль многим людям. И больше всего Джессике Дэвис. Кто-то застрелил Брайса. У Тайлера есть пистолет. Что ты там сказал им? Клянусь, ничего. Ты не знаешь всего! Слышишь, Клей? Ты ненавидел Брайса. Я не хотел его смерти. Я знаю, что Брайс оскорбил тебя. Тебе что-нибудь известно? Вот что я нашел. Клей Дженсон! Я ничего не сделал. Но полиция думает иначе. Если надо прикрыть, я помогу. Ты где был той ночью, Тони? Сможешь ответить за каждую минуту? Если пытаешься оправдаться, присмотрись получше к семье. Мне страшно. Я знаю, что должен был сказать раньше. Но придется сейчас. Без него миру станет лучше. Что ты наделал?